Просто смотрим, какой кайф. У нас сегодня море везде, кругом. Обожаю шторм. Морально прям манят. Но купаться на самом деле очень-очень опасно. Особенно вот как там люди делают с маленькими детьми. Тина вообще нету, и, наверное. Пока идет шторм, ее и не бывает. Такая вот красота. Не буду вам мешать, понаслаждайтесь немножко. Приглашаю всех на фотосессии. Красивейшие фото, особенно в такую погоду. Мы ловим волны, прыгаем на них, брызгаемся. Ничего не может быть лучше. Там вдалеке Анапа. Людей не так очень много. Сейчас утро, хотя уже к 9 часам подходит. Но у нас просто синоптики пообещали всю ночь ливневые дожди с грозами. Их, как обычно, не было. Есть небольшая облачность, которая сменяется солнышком. И все. Блин, я просто обожаю такую погоду. Всем до завтра. Хорошего настроения.